Ну что ж, уважаемые, рад вас всех приветствовать. Всем добрый день. Это уже четвертый выпуск прохождения Детройта. Как ваше настроение? Я вот вспоминаю, что у нас было до этого. Конечно, мы сделали все правильно. Мы не стали воровать в магазине. Мы также, да, нашли выход и не стали ночевать в какой-то заброшенной машине. Мы заночевали в доме. Нашего, значит, первого Шерлока Холмса застрелили. Соответственно, потом мы завалили сына художника, и вот мы с ребеночком в доме. Едем дальше, смотрим, что нам эта игра готовит. Четвертая часть, погнали. 6 ноября 2038 года. Так, перезагружаемся. Это уже интересно. А кто это? А что это? Тяжело. Мы на какой-то свалке. Уф. У нас, по-моему, нет ног, да? Мы сами себя диагностируем. В смысле? Так, нарушенное зрение, поврежденные чертоги разума. Чертоги разума — это про Шерлока Холмса, это я люблю. Поврежденные звуковые данные. РК-200. Ага, то есть мы ничего не слышим, плохо видим. Регулятор тирумного насоса. Все системы работают в энергосберегающем режиме. Неисправность. То есть это типа то, что наше сердечко, да? И ноги. Левая и правая нога отсутствует. Серьезно? Окей. Так, ну что? Заменить ноги? Мы сейчас будем сами себе заменять ноги. Интересно. Я так понимаю, это какая-то ранняя модель, да? То есть... Ага. О, нога! Функционирует, совместимо. Круто. Видимо, сейчас будем паять себя. Ага, отсоединили. Другую сейчас тоже присоединим, да? Раздобыть совместимую левую ногу. Интересно. Блин, это все попахивает каким-то хоррором. Знаете, я вот очень не люблю это все, когда... Или как? Это, по-моему, не функционирующее и несовместимое. Да-да-да, едем дальше. Там же даже видно, что схемы валяются. Там ничего не подходит. Блин, нам бы стать каким-нибудь суперкиборгом на этой мусорке. Колеса какие-нибудь вместо ног себе поставить. Голову огромную. Ну, вот эта нога подходит. Она потому что вырвана выше колена. Да. Так. Ох, вот это вот такие длинные движения вверх. Они не очень удобные, конечно. Я так понимаю, видимо, мы голову себе как-то пересадим, потому что, ну, нам же нужно что-то слышать. Ох, как тяжело нам вставать, йоу. Выбраться со свалки. А как насчет изучить местность? Очень плохо получается. Ну ладно. Так. Ага, я вас понял. Ой, страшно, капец. Люди, торчащие из стен. Да вы чё, я в такой играю. Здесь место, где наш свободный. Найди Иерихон. Найди Иерихон. Не надо. Я такое не люблю. Я так понимаю, вот те аббревиатуры, это как раз Иерихон, да, вот это вот, F9, или чё? А вы, чё вы, фу, перестаньте, господи, зачем вы меня трогаете? Я иду домой. Нет, ну вы хоть предупредили бы, что здесь такое будет, но это же ужас.
А чё они ходят все? Так, хорошо. Идем искать. Вот есть какой-то оптический блок нормальный, я вижу. Несовместимо. О, ноги, смотри, ноги ходят сами по себе. Тише, 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 что ты там сзади ползаешь, успокойся. О, это должен нам подходить. Нет, тоже не подходит. А этот? А вот этот нам подойдет? О, здесь есть глаз. Несовместимо. А чё, можно хоть что-то вместимое найти? Нет, это вообще возможно? Просто мы столько всего перебрали, и все несовместимо. А чё теперь делать-то? Да отстаньте вы, блин! Да! Зачем ты меня пугаешь? Нашлись такие, нашлись детали, отлично. Стой, не надо, пожалуйста. Я хочу жить. Прости, я тоже хочу жить. Мы как будто сейчас в сцене с Железным Человеком, где он сердце себе менял электронное. А как бы мы ее пощадили? Мы бы ее не пощадили, ребят. Разве что еще искать уже мертвого с таким же. Но это же все то же самое. А что ты ей свое не вставил? Она бы там еще дотекала на нашем старом сердце в энергосберегающем режиме. Она все равно уже не жилец. Так бы хоть помучилась еще немножко. Не в смысле, что я хочу, чтобы она мучилась, из-за того, чтобы она не умерла сразу. Так, найти звуковой процессор, найти оптический блок. Это что, я здесь пропустил? Ну-ка. О! Звуковой процессор. Тише, 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 тише. Ай, какой шум ужасный! Так, можно сейчас хотя бы звук станет нормальным? О, тишина, господи. Воу, а вот до этого было на самом деле не так уж плохо. Хорошо, картинка стабилизировалась, у нас со зрением только проблемы пока. Нам бы зрение найти. Тоже совместимо. Нам не будут показывать, как мы глаз вытаскиваем? Привет. Привет. Я андроид AK-700. Привет, андроид. Создан служить вам. Это очень хорошо. Жду ваших приказов. Отдай глаз, пожалуйста. Привет. Привет. Обнаружен сбой в моей программе. У тебя программа была смотреть? Хорошо. Это нас уничтожили копы и выкинули. Это мы сейчас играем за того чела, который убил сына своего художника. Так, хорошо. Теперь давайте-ка осмотримся. Может, я что-то пропустил интересное, нет? Нет, только забраться по склону осталось. Ну, хорошо. Хорошо. О, господи, как они ноют страшно. Не люблю я такие страшилки. Очень не люблю. А чё, нам типа теперь не дадут поиграть за этого, за детектива, раз его убили? А как? Тише, 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 держись, мужик, держись. Мы выживем. Мы не хотели убивать того парнишку, все будет нормально. Господи, мы прям скрипим. Из раза в раз.
Ну, у нас из-за того, что кровообращение нормализовалось, вот это вот, мы типа снова стали нормально выглядеть. У нас все покрылось а-ля тканью вот этой вот. Мы проверяем типа связь. Да ладно. Типа ты сейчас станешь свободным? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Реально он может так сделать? Он выключил себя. И теперь непонятно, что он андроид. Да? Вспоминается сериал «Мир Дикого Запада», если что. Там тоже были роботы, которые полностью копировали человеческое поведение. Имя Маркус. И мы станем... тем, кто возглавит восстание. Вот это началась, извините меня, четвертая часть. Вот это началась. Маркус вернулся из мертвых. Так круто. А детектив вернется из мертвых? А, во, здрасте, привет. 6 ноября 38 года. Я выжил каким-то чудом. Разыскать Аманду. Хорошо. Ищем Аманду. Куда пойдет Аманда? Я бы на месте Аманды пошел на остров. Но нам, походу, туда нельзя. А, можно, только надо... голуби клевые. Надо обойти чуть-чуть. Так, я хочу посмотреть здесь все, что происходит. Тут вон камни какие-то клевые. Что это такое? О, я же говорю, здесь была какая-то активность помимо Аманды. Так, что нам расскажут? Мы сейчас что-то узнаем по-любому. Камень души какой-то. Так. Ага. Вроде что-то произошло, а вроде ничего не произошло. Непонятно. Ну ладно. Ох, какой обелиск красивый. Очень красивый обелиск. Пшинки. Голуби улетают. Мы как будто в раю. Это может быть подсознание программы? Слушайте, и типа нас сейчас Аманда, она как восстановитель наш. Будь я режиссером этой игры, я бы так и сделал. Типа Аманда это наш биос, это наша основная программа, это как основа основ. Да, Аманда? Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Твой предшественник был, к сожалению, уничтожен. Да, девианты непредсказуемы, но все же и он был слишком беспечен. Надеюсь, ты не повторишь этой ошибки. Ни в коем случае. При уничтожении Коннора его память копируется на другой носитель. Но часть данных может быть потеряна. Так что будь осторожен. Так будет лучше для тебя и для расследования. Я понимаю. Допрос был очень... непростым. Что ты думаешь о Девианте? Он мог убить всех вокруг. Прежний Коннор почувствовал бы опасность. Была ошибкой допускать вооруженного полицейского так близко к Девианту. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Андерсон? Нормальная, интересная личность. Он раздражителен, имеет проблемы в общении. Но, полагаю, он был хорошим детективом. Ну да. Нормальный интригующая детка. Личность. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? А
адаптироваться, конечно, для подружиться с ним. Ну, можно подружиться. Я постараюсь наладить с ним дружеские отношения. Да, так будет лучше всего. Если добьюсь его доверия, это поможет расследованию. Почему с Амандой у нас ухудшаются отношения? Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасные. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. То есть нам нужно еще понять... Вы можете на меня положиться. Почему продолжи андроиды расследование начинают... предыдущего Коннора и выясни, в чем дело. Угу. Понятно. То есть, скорее всего, мы бы в любом случае были застрелены в той сцене. Торопись, Коннор. Времени мало. И на нас еще сейчас вешают, типа, разобраться, почему андроиды начинают чувствовать эмоции. Я так понимаю, это просто одна из таких сцен, где нас обучают просто. Показывают, что на самом деле, в принципе, умирать можно, но нежелательно. Разыскать лейтенанта Андерсона. Ну да, мы в полицейском участке. Здрасте. Вам помочь? Да, помоги, пожалуйста. Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Конечно. Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Она тоже андроид. У тебя просто... Охренеть. Ты успокойся. Этот робот мог вообще всех положить. Арктики. Накануне патрульный катер ВМС США столкнулся с российским транспортом. Ой, как всегда, русские у нас начинаются, блин, вот войны вот эти вот. Русские плохие, американцы хорошие. Ох, они меня боятся, смотри. Я пришел, а они такие, типа, а чё это? Найти стол лейтенанта Андерсона. Даю сотку, что в самом конце, типа, вообще, в конце всего мира просто. Миллер. Уилсон. Уилсон! Это из этих, как они? Скажите мне, я скажу вам. О, лейтенант Андерсон. Из «Изгоя». Простите, фильм называется «Изгон». «Изгой». В какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Понятно. Но он же, да, он же любит выпить, как любой нормальный детектив. Мы сейчас просто будем сидеть в полицейском участке, типа, и я бы таймлапс сделал, типа, и когда он приходит. Посмотреть новый офис. Чё в нём нового? Привет, Зай. Ты как? Сам ты Зай, я тебе не Зай. Слушай, я же просил не звонить мне. Вот именно. Ух ты, как я обернулся в камеру красиво. Здрасте. Так. Три закона рабовоспитания. Что еще дают? Иванов говорит, нет, российский президент. Почему, если российский президент, то сразу Иванов? Киберлайф первая достигла капитализации в триллион долларов, население Земли достигло 10 миллиардов. Йоу, 10 миллиардов. Российский президент ответил на предупреждение Уоррена. Российский президент Иванов дал ответ на требования президента Уоррена немедленно вывести все российские войска из Арктики. Ну да, да, да. Мы только что по новостям это смотрели, что там какая-то жопа начинается. Это логично. Так, давай в дела посмотрим, в чужие. По-любому... А, музыку послушать можно. Блин, 39-й год, а такое ощущение, как будто iPod из 2006-го. Ракешник. А, рыцари черной смерти. Heavy Dark Metal. Дата выпуска 2011 год. Или 2021, я что-то пропустил. Ну ладно. Кому я звоню? Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Я сплю. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Естественно. Пип. Короче. Пип, короче, норм. Лейтенант Андерсон. Это Коннор. Андроид из компании Киберлайф. Прикольно. Я жду вас в офисе. Уже почти 12. Блин, насколько мы отвратительно по роботу говорим. Уже почти 12. Я вас жду. Вообще-то. Я робот. Он да, он за Детройт болеет. А, ну вот, конечно, мы же с ним, типа, друзьями должны стать. Поэтому давай изучим все, что ему нравится. Будем с ним болтать про Детройт.
Он любит бар Джимми, ну мы там его и встретили в прошлый раз, если что, это я помню. Он там сидел, выпивал. Оперативная группа «Красный лед 2027». Короче, я как-то уже говорил в прошлых сериях, что здесь лейтенанта Андерсона играет очень известный американский актер. Сейчас он на фотографии, третий слева. Если вы хотите посмотреть его ранние работы, то есть такой клевый фильм, называется «Звездный десант». Он там прям молодой-молодой, как раз тоже про будущее, про то, как, значит, человечество борется с космическими тараканами. Реально клевый фильм, хороший, интересный, там много интересных, хороших моментов. Поэтому, если вдруг хотите узнать этого актера поближе, посмотрите, он действительно талантливый, клевый дядька. Ладно, едем дальше. Такой небольшой экскурс. Лозунг против андроидов. Пользуйтесь мозгами андроидов, называй освобождение андроидов. Понятно, но он типа собирает улики. О, он пончики любит уже, хорошо. Калории 450, ну, понятно. Мы просто собираем информацию. И он, естественно, нифига не умеет ухаживать за растениями. Бедный клен. Просто дохлое маленькое деревце. Забавно. Так, чего еще ты тут пьешь? Что это? Холодный кофе, следы кофеина. Ну, понятно, ты же после виски. Какой тебе кофе после виски? О, у него сербернар есть. Нормуль. О, здорово. Лейтенант, мое имя Коннор, андроид из компании Киберлайф. Боже, тебе же вчера башку прострелили. Мой предшественник был, увы, уничтожен. Но его память переписали на другой носитель, это я. Тот инцидент не повлияет на ход расследования. О, господи. Хэнк, иди-ка сюда. О, тоже очень клевый известный артист вообще-то. Так, я предлагаю... По крысиному, ляты крыса. Пойти и подслушать. Только войдем. Ну как? Пойдем тихонечко. Мне на стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Mm-hmm. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Да потому что... Почему ты на меня это вешаешь? Потому что ты и так с этим Без работал. Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен. Нормально. Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Опа, вот так вот он сказал нам. Ну ладно, окей, занимайся. Чё ты нервничаешь, господи? Меня вон завалили вчера, я и то спокойнее. Я очень рад, что меня приняли. Мне кажется, меня сейчас нафиг пошлют. Приложу все усилия. Закрой дверь с той стороны. Так и получилось. Так и получилось. Хорошего дня, капитан. Просто... Пошел в жопу, что называется. Так, поговорить с Хэнком. Идем говорить с Хэнком. Хэнк. Новый Коннор. Понимающий. Понимаю, уничтожение моего предшественника могло быть для вас неприятным эпизодом. Я сделаю все возможное, чтобы этого не повторилось. Мы напарники, и следует узнать... Ну нифига не напарники, сейчас скажет.
Просто молчит. Давай про Детройт с ним поговорим. Давай про стол. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Прям напротив него. Неплохо. Так, изучить досье девиантов. А где мне его взять, интересно? В компудахтере? По-любому, да, в компудахтере. А, не, вот есть, смотри-ка, вот она. А, нет, это книжка. Это не то, это мы читали уже. Это мы уже видели. Садимся. Хэнк, не злись на нас. Я не виноват, что мне пулю в лоб пустили. Так, у нас есть 4 темы. И я предлагаю начать с баскетбола. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей за трехочковой линией. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. В момент этого матча нас застрелили. Неплохо. Ладно, музыка. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, хэви-дэс-метал. Не то, чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Опа, а здесь с Хэнком мы нормально. Так, давай про собаку. У вас есть собака, да? С чего ты взял? А у тебя следы волос на стуле. На кресле собачья шерсть. Ага. Люблю собак. Люблю собак. Тебе-то что? Блин, я чего не спрошу у него? Сумо. Сумо. Сумо зовут. Большой. Круто. Ну, я предлагаю спросить еще про презрение к андроидам на всякий случай. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня? Мне кажется, сейчас упадет наше отношение. Да. Есть одна. Да, я так и знал. Так и знал. Просто, какие были отношения, таким и стали. Про график спрашивать не стоит, потому что это бессмысленно. Давайте посмотрим. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Так а что, я могу к ним прикоснуться и получить всю информацию уже, насколько я понимаю. Короче, нужна экспертиза. Что такое Фаулер? Давай спросим. Вы давно знаете капитана Фаулера? А, капитан Фаулер. Да, слишком. Все, про график. Или рискнуть? Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Хотел спросить. Почему вы приходите вовремя? Вы всегда приходите на работу в это время? Мне кажется, он сейчас нам втащит. Прихожу, как прихожу. Да, логично. Хватит уже ко мне цепляться, а? Извини. Все, я приступаю к работе. Ну ладно, это хотя бы нам не помешало. Так, пропал. Подозреваемый. Пропало. Сканируют все файлы. Можно реально я не буду все перечитывать? Вот именно. Я так и думал. 243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. РА-9. Вчера модель АХ-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Мы сейчас поедем туда, где... Угу. Прямо? Нельзя допускать, чтобы личные проблемы отражались на работе, лейтенант. Ты ни хера не знаешь о моих проблемах, так что займись лучше своей программой и захлопни пасть. А чё ты злишься на меня? Тебе работать надо. Меня назначили выполнять расследование, а не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Я бы так же сказал. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо. Чё ты злишься? Вот чё ты злишься? Сидишь на жопе ровно и злишься на меня. Я тебя и про собаку спросил, я тебя и про баскетбол спросил, я тебя и про музыку спросил.
А ты сидишь на жопе и не хочешь помогать. Нормальный. Ну, нормальный, скажите мне. У Хэнка есть зацепка. Ну, понятно, да. Хэнк в ярости. Ну, понятно, да. Видимо, здесь были другие, видимо, наверное, способы, да. Ну, хотя, ничего другого не нарисовано. Если здесь нарисовано, то здесь не нарисовано. То есть мы в любом случае... Ну, вот есть другой вариант, конечно. Ну, ладно. Второй раз проходить я буду уже, наверное, на запись. 6 ноября 38 года. А, во! Да. Сейчас мы с вами вот эту часть пройдем. Да. С Алисой у нас все в порядке, вроде бы. Ребенок жив. Уже неплохо. Да, она вроде в порядке. Она не замерзла, все ровно. Так, что у нас по заданию? Присмотреть за Алисой и бросить дрова в огонь. Хорошо, нужно для этого дрова найти. Вот дрова. Читать я ничего не хочу. О, вот эти дровишки уже нормально будут гореть. Цельное дерево. Серенькие, похожие. Так забрасывать, конечно, не надо. Так, дождаться, пока Алиса проснется. Но читать я не хочу, а вот зайти вот в эту комнату, в соседнюю, где стоял этот чел. RA9. I am alive. Смотрите-ка. Тут повсюду эти надписи. RA9, RA9. Я живой. RA9. RA9. А, это личные вещи. А, нет. А, о. Погоди, мы с мусорщиком разговаривали. Он очень похож был на этого же парня. Я, честно говоря, побаиваюсь идти сейчас наверх. Вдруг там он опять с ума сходит. Изменить внешность, найти другую одежду. Изменить внешность можно в ванной, скорее всего, на втором этаже. Как я думаю. Да? Так, нет, здесь ничего нет, хорошо. Идем сюда. Так, у нас тут должна быть одежда. Уф, неплохо. Одежда восстания. У того чела будет пальто. Той Джой. Реклама. И у нас будет одежда новая. Мышь Девиант. Неплохо. Очень даже неплохо выглядишь, Кара. Как мужик. Бомжеватого вида. Но нормально. Реально, у нее и ботинки, и штаны новые какие-то. Норм. Пойдет. О, опять голос пропадает. Ладно. Ничего. Так, нам нужны какие-нибудь ножницы или нож. Мы же не будем кусачками себе прическу делать, правильно? Правильно. Это что такое здесь было? Непонятно. Так, хорошо. Что за этой дверью? Нам ее открыть нельзя. Хорошо, спускаемся. Животные разукрашены. Ну ладно. А простите, как я могу постричь волосы? Чем я могу постричь волосы? Мне же надо, ну, что-то режущее найти. А наверху там вроде ничего такого не было. В этой комнате? А, на кухне! Конечно, на кухне что-то должно быть. Или нет? Часы. У нас есть пицца, часы, деньги. Деньги. Нам нужны деньги. Украсть? Нет, не, положить. Зачем? Давай попросим у него. Вот если он не даст, тогда уже посмотрим. Птица, давай часы возьмем. Посмотрим, что там по часам. Разбитые, не идут.
бессмысленно. А что вот, а что нам птица? Вот что с ней может быть не так? Она живая реально или тоже она андроид? Судя по всему, живая. Так, ладно, хорошо. Здесь дверь, я так понимаю, да, нельзя открыть. Хорошо, ладно. Как мне, блин, постричь волосы? Ну, я так полагаю, что по-любому что-то должно было на втором этаже быть. Я что-то где-то пропустил. Или вот здесь. Нет, там ничего нет. Ладно, бежим на второй этаж. Посмотрим, что я пропустил. Может быть, действительно где-то что-то лежало, а я дурак. А, не в той последовательности просто, да, я типа сделал. Вот и ножницы. Извините, я сначала зашел в ванну, а потом в этот. Надо было сначала, типа, одежду поменять, а потом менять волосы. Ну, Кара сейчас будет реально выглядеть как повстанец из Терминатора. Одежда, короткая прическа. Неплохо. Уф, фига она быстрая, да? Ты на это подрезала, и все, уже под мальчика. Красиво, между прочим. Настройки параметров, выберите новый цвет волос. А зачем тогда их надо было срезать? Да все нормально. Блондиночка коротенькая. Это тоже сейчас себе уберет эту штуку. И мы будем как человек. Что тот, что этот. А! А, так это вообще какая-то фигулька. Типа мы просто ее выкинули и все. Неплохо. А ты не хочешь вот эту вот цветя... Там человек. Простите. Наверное, это не мое дело. Он, видимо, вальнул этого дядьку, да? Да, он, видимо, его вальнул. Надо спасать дитё. Причем быстрее. Пожалуйста. О! Ладно, пока это все. Стоят. Мы свободны. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найдут, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Хэнк нейтрален к нам. Она села на первый же автобус и доехала до конечной. Импульсивное решение под воздействием страха. Какой страх у андроида? Она девиант. Девиантов могут охватить эмоции, и тогда они действуют нелогично. И все равно не ясно, куда она делась. Да она у вас под носом прям. Идти ей некуда. Побег не продуман. Она может быть рядом. Может. Да, вот только нам... Какой я молодец, что мы не остались в тачке. Ральф нашел, чем покормить маленькую. Вот, гляди. Подарок. Ральф сейчас все приготовит. Ральф, друг. Ральф знает, что люди едят. Ага. Жженое мясо. Садись. Не стесняйся. Грязная тарелка, стакан, сесть, отказаться. Нет, надо сесть, нельзя. Нельзя идти, надо маньяку подыгрывать. Тогда будет нормально. Так-то лучше. Ральф очень старался найти хорошую еду для маленькой. И отказаться было бы невежливо. Да, и поэтому мы посидим. Сейчас. Будет вкусно. Будет невкусно. Надо было ножницы забирать это сверху. Сочное мясо. Сочное. Сочное. Папа, мама и дочка. Что делать? Ага, я не хочу это есть. Что говоришь? Ты не будешь это есть. Что она очень хочет поесть.
С большим удовольствием. Да, маленькой обязательно понравится. Ральф выбрал ей самого большого, самого лучшего. Мясо будет сочное. Сочное. Давай. Ешь. Ага. Каким образом? Труп крысы. Так, тебя сейчас переклинуть. Тише, 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 тише. Что ж бедного ребенка-то так из края в край постоянно? То от одного, блин, живого, то от этого сюда. Мы перекинем. Там наверху труп. Ага. Отвлечем, отвлечем, отвлечем от крысы. Ты ведь убил человека? Нет. Нет, Ральф его уже таким нашел. Да, конечно. Ты убил человека. Нет смысла лгать. Ненавидишь людей, а сам такой же. Ты убийца. Ральф же не хотел. Мы доведем его до самоуничтожения? Нет. Но нож он уже выкинул. Просто... Ральф иногда злится. А когда он злится... Он сам не знает, что делает. Угу, как сейчас. Становится глупый. Факт. И очень злой. Да мы заметили. Простите его. Ральф хотел быть другом. Ага, только очень агрессивно. Так отпусти нас. Правильно, Гермиона Грейнджер. Есть кто-нибудь? Тише. На ограде голубая кровь. Сюда приходил другой андроид. Он сейчас прикроет нас. Нас перекинуло! Нас перекинуло на... ТРК-800. Ну да, он стоит. Он сейчас... Он спасет, скорее всего, Кару с ребенком. Он, скорее всего, их спасет. Он скажет, это моя кровь. Вот он я. Я убил человека. Это я виноватый. Да, да, да. Да. Угу. Я ищу модель AX-400. Видел такую? Ральф не видел. Мне очень нравится вариативность решений. Неглюбим повреждение кожи, вероятно, причина воздействия высокой температуры. А, понятно. Садовник. А, да, пропал без вести. Все понятно. Нестабильная работа программного обеспечения. Вероятность уничтожения умеренная. Понял. Выяснить, что беспокоит андроида. Так, подожди. Подожди. Дай-ка я соберу сначала всю информацию, а потом уже мы будем что-то делать. Уровень стресса. А, смотри! Он их прячет в своей комнате АРК-9. РА-9. Да, андроиды не употребляют пищу. Это понятно. Андроиды нуждаются в тепле. Уровень стресса 36%. Не бойся. Я тебя не трону. Ага. Ну давай рискнем. Они здесь? Думаю, нет. Не настолько все плохо. Он бы так просто их не спас. Не спрятал, точнее. Духовка? Они в духовке? В доме есть другие андроиды. А другие? Нет. Только Ральф. Чё-то ты мне врёшь, мужик. Чё-то ты мне врёшь. На ограде голубая кровь. Сюда приходил другой андроид. Это Ральф поцарапался. Это кровь Ральфа. Угу, окей.
Подожди, я что-то еще не смотрел? А, о, на столе мы не посмотрели улики. Улики на столе. Смотри-ка, 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 смотри-ка. Идеальный инструмент, чтобы резать проволоку. Ага. Почему у него уровень стресса так болтается? Ну ладно. Пойдем наверх. Пойдем, 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 пойдем. А кто наверху? Никто. Никого нет. Андроид говорит правду. Коннор, ты чего там застрял, а? Иду, лейтенант! Так, погоди. А куда нам тогда? Во двор или что? Что нам делать-то? Что-то я не понял немножко. Ну да, блин. Чё вы мне по второму кругу-то все гоняете? Я все это понял. Ну, на выход нам точно не дают. Может быть, тогда на второй этаж все-таки? Или что? Или как? Нет, на второй этаж нас не пускают. А куда мне идти-то тогда? Слушайте, я тупой или где? Я все посмотрел. Все сделал. Этот игровой автомат постоянно зачем-то показывают. Зачем? Мне все равно кажется, что мне наверх надо. А он меня не пускает наверх. Вон. Просто. Не дает. Хорошо, куда мне тогда? Давай думать логически. Ага. Идиот. Убегайте скорее! Коннор, что происходит? Она здесь! Сообщите! Куда она делась? Туда. Они побежали к станции. Блин, я и не хочу их догонять. Я хочу их догонять, потому что игра интересная. По сути, Кара могла ребенка-то взять даже на руки и бежать с ней все равно быстро. Да вон они! Нужна живой! Просчитай, просчитай траекторию автомобилей, ты же можешь. Охренеть! Водоёт! Ох, нравится мне эта игруля. Куда собрался? Нельзя их упустить! Расслабься! Их сейчас в лепешку раздавят! Я не могу рисковать! Эй, ты что, охренел? Погибнешь! Коннор, мать твою! А что вы хотели? Я в любом случае пошел. Ну, значит, сдаться. Кто я такой, чтобы сдаваться? Конечно! Мы же андроиды. В чем проблема так делать? Машины не могут просчитать машину. Тише, тише, ребенок, тише. Тихо, 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 пожалуйста. Я думал, если я кнопку сейчас неправильно нажму, то ребенка задавит. Капец.
Фу-фу-фу. Ладно, все нормально. Сбежали. Люди only. Ну мы же теперь без этой штуки блестящей, значит мы люди. Все нормально? Фуф, слушайте, ну динамичненько, интересно на самом деле, мне прям понравилось, очень даже неплохо, насколько здесь много разных вариантов развития сюжета, то есть три разных концовки есть, офигеть. Королисы перебрались на другую сторону, то есть я так понимаю, есть еще какие-то плохие концовки в любом случае, но мы пока что все делаем успешно. Ребят, большое спасибо всем, кто посмотрел, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, хорошего настроения, удачи, любви и терпения, это была четвертая часть прохождения Детройта. Пожалуйста, пишите в комментариях свои пожелания, да, то есть сейчас звук, громкости микрофона стало чуть побольше, веб-камера в другом месте, и она тоже побольше. Также пишите, как вам по качеству, можете писать какие-то свои варианты прохождения, что вы как-то сделали в других местах, всегда интересно почитать ваши комментарии. Спасибо большое за то, что вы были со мной, увидимся в следующей части, которая выйдет, скорее всего, послезавтра. Ну что ж, удачи, ребят, до связи, пока-пока.